Проектная деятельность в Одинцовской лингвистической гимназии начинается с 1 класса. Дети вместе с учителем выбирают тему и работают над ней практически весь учебный год. Ученики 2 Г-класса задумались над проблемами экологии. Ребята провели экологические акции, организовали сбор макулатуры, убирали от мусора лесопарковые зоны города, развешивали кормушки для птиц. О своих результатах они рассказали на защите проекта «Картон и я». Как говорят восточные мудрецы, если вопрос затронул сердце, то ответ на пути к вам. Поэтому мое сердце затронуло этот вопрос экологии и защиты окружающей среды уже давно. Я неравнодушно отношусь к тем людям, которые бросают бумаги, мусорят, которые неэкономно относятся к природным богатствам. И это я свое чувство передала в свой класс своим ребятам. Мы провели множество акций. Первая была по сбору макулатуры. Мы включили инициативную группу, и вся школа, вся гимназия, наша Одинцовская лингвистическая гимназия, стала в этой акции стала принимать активное участие. Мы собрали 6 тонн макулатуры и заняли 25 место среди холдингов и больших предприятий по сбору макулатуры. Мы также делаем холщовые сумочки и ходим в магазин с родителями без целлофановых пакетов. Мы пьем воду в классе из бумажных стаканчиков, так как разлагается бумага быстрее, чем пластик. Мы проводим уроки технологии и выполняем изделия из вторичного сырья. И получаются очень довольно интересные поделки. Мы развесили кормушки, подкармливаем птиц. Мы ходим в походы и собираем мусор на соседних полянках, очищаем Подушкинский лес. Ну, я могу перечислить еще много таких интересных дел, которые мы проводим. И большое спасибо родителям, которые меня поддерживают, дети, которые неравнодушно к этому относятся. Я раньше думала, что если бросить одну бумажку, то ничего не случится. А теперь поняла, что если каждый бросит по одной бумажке, то будут целые горы мусора. Ну вот и этот проект помогает спасти нашу планету. И мы этот сделали проект, чтобы рассказать и показать, как можно участвовать, ну, в вопросах экологии, и показать на практике, как можно участвовать в экологической деятельности. Во время проекта мы посетили много семинаров, курсов, познакомились с очень многими интересными людьми, узнали столько фактов, которые, в общем-то, раньше не знали. Какие-то простые вещи мы делали всегда, там пластик отвозили, собирали мусор, макулатуру, но есть вещи, ну, более важные, которые вот мы поняли в рамках этого проекта. И очень сдружились с родителями, очень дружились с Галиной Олеговной, и даже теперь не знаю, столько свободного времени, когда этот проект закончился, хочется опять продолжать. Нам петь в одном углу, идти в одном строю, лететь в одном полете. Давайте сохраним ромашку на лугу, кувшинку на реке и клюкву на болоте. Давайте сохраним ромашку на лугу, кувшинку на реке и клюкву на болоте. О, как природа мать, терпима и добра, но чтоб ее лиха я мучаюсь не постигла. Давайте сохраним на стрежнях от ветра касатку в небесах, в таежных дебрях тигра. Давайте сохраним на
стрежнях осетра косятку в небесах, в таежных дебрях тигра. Но дышать нам воздухом одним, давайте-ка мы все навек объединимся. Давайте наши души вместе сохраним, тогда и на земле мы сами сохранимся. Давайте наши души вместе сохраним, тогда и на земле мы сами сохранимся. Давайте наши души вместе сохраним, тогда и на земле, на земле мы сами сохранимся. Давайте наши души вместе сохраним, тогда и на земле, на земле мы сами сохранимся. Анастасия, Школьник Герамир, Кочукова София, Иванов Кирилл, Кадаева Софья представляют наш проект «Сосанадо. Экологическая инициатива «Картон и я». Проблемы экологии актуальны во всем мире. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2017 год годом экологии. Поэтому мы, ученики второго класса, решили реализовать проект на улучшение экологии в нашей гимназии, в нашем классе и в наших семьях. Цель нашего проекта – привлечь внимание к вопросам экологии и показать на практике, как можно участвовать в экологической деятельности. В рамках нашего проекта мы поставили следующие задачи: исследовать экологические свойства картона и его применение в различных областях, исследовать возможности вторичной переработки картона, провести экологические акции и поставить экологическую сказку, которая позволит в запоминающейся и понятной форме рассказать о важности сохранения окружающей среды. Но почему же именно картон выбрали темой нашего проекта и объектом исследования? Еще в первом классе, благодаря нашему классному руководителю, мы узнали об экологических преимуществах бумажной картонной упаковки перед пластиковой. И наш класс стал использовать бумажные стаканчики для питья воды и бумажные пакеты для покупок. Когда мы прорабатывали проект, мы решили подробно узнать, что же такое картон, где он используется, каковы его экологические преимущества, какие полезные свойства обладает картон. Картон – это разновидность бумаги, которая имеет большую плотность. А знаете ли вы, что картон был известен еще в Древнем Египте? Материал, очень похожий на современный картон, был обнаружен в одной из гробниц. Мы узнали, что при производстве, утилизации и переработке картон значительно меньше загрязняет природу, не образует парникового эффекта. Картон разлагается в земле 3 месяца, а, например, обычная офисная бумага 2 года. Кроме экологичности, картон обладает еще и целым рядом других преимуществ. Он легкий, прочный, недорогой, удобный для перевозки и хранения, и его можно придавать разную форму. Мастерить из картона могут не только профессионалы, но и обычные люди, желающие мастерить своими руками. Благодаря своим свойствам и преимуществом картон широко применяется в промышленности и дизайне. Картон – это один из самых популярных упаковочных материалов в мире. Дизайнеры используют картон для создания мебели, игрушек, декораций. Когда мы изучали картон, мы узнали еще одно очень важное свойство. Картон можно произвести из вторичного сырья и также переработать и утилизировать вторично. Поэтому мы решили реализовать акцию по сбору макулатуры. Мы выбрали социального партнера нашей акции «Бумажный бум».
эта организация помогает школам в разных городах организовывать разные мероприятия. И мы согласовали нашу акцию с администрацией школы и подали заявку в бумажный бум. И началась подготовка к акции. Мы напечатали афиши и сделали информационный стенд из картона, чтобы все могли узнать о предстоящей акции. Вместе с классным руководителем и совместно с администрацией школы провели урок в актовом зале школы, чтобы все могли узнать про важность переработки бумаги и картона и про охрану окружающей среды. В акцию включились и все классные руководители, проводя агитационную работу в своих классах. Благодаря слаженной совместной работе нашей проектной группы, наших руководителей, классного руководителя Галины Олеговны и администрации школы, мы собрали и вывезли на переработку 6 тонн макулатуры. Да, мы гордимся, что наши усилия не пропали даром. Ведь использование такого количества макулатуры помогает спасти как минимум 60 деревьев. Благодаря активному участию наша школа получила призовой фонд от проекта «Бумажный бум». Наиболее активные участники получили грамотные и памятные сувениры. Изучая экологичное использование ресурсов, мы узнали, что перерабатывать и правильно утилизировать можно не только макулатуру, но и пластик, стекло, батарейки и другие бытовые отходы. Для этого их надо собирать в отдельный контейнер и вывозить на специальный пункт приема вторсырья в городе Одинцово. Также, изучая экологически безопасный материал, мы многое узнали о вреде пластиковой упаковки. Ведь пластик, в отличие от картона, разлагается сотни лет. Поэтому в нашем во втором Г-классе мы организовали акцию. Изготовили тканевые сумки, которые заменят пластиковые пакеты. Проводя экологические акции, мы не только на практике показали экологичность картона, но и доказали, как каждый человек может внести свой вклад в дело сохранения окружающей среды. А еще мы выяснили, что картон отлично подходит для совместного творчества детей и родителей. А знаете ли вы, что все декорации и костюмы для своего экологического спектакля, который сейчас мы вам покажем, были сделаны нами самостоятельно из картона? В некотором царстве, в некотором государстве, в очень далекой картонной стране, три девицы под окном все мечтали об одном. Когда стану королевой я для подданных страны, стану добрый без предела, пусть во всем будут вольны. Я бы все им разрешала, пусть гуляют где хотят, на природе отдыхают. Угодно говоря. Я бы их не разрешала даже мусор убирать. Пусть танцуют, веселятся и бросают, что хотят. И действительно, ведь важно настроение людей. А это мусорный дракон. Ох, и любит отходы он. Ему злодея такой закон. Если мусор растет, растет и он. Ох, мусор любовь. Скоро свалка превратится в ваш любимый город. Побольше бросайте, побольше. Мусор – это не страшно. Мусор – это прекрасно. Все равно мы не вредим и проживем в грязном мире. А это принц эколог. Законов природы он знает много. И как нам природу свою уберечь? От злого дракона планету сберечь. Банки, бутылки, коробки, бумажки. Люди ведут себя просто ужасно. Ах, принц, ну что же вы злитесь? Вы лучше с нами повеселитесь. Как же здесь не веселиться? Засорили все вокруг. Стоит только повернуться, мусор здесь, мусор тут. Что нам делать? Как нам быть?
Вот вам указ. Кто мусорит, станет, тот против нас. Давайте подальше его отвезем и с облегчением вместе вдохнем. Ну что же, мусор стали на свалку свозить, и мусор о свалку жечь стало быть. Дым застилает собой все вокруг. Доволен дракон лишь, но он нам не друг. Опа, опа, свалки отходят. Опа, 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 дым. Опа, опа, становлюсь больше. Опа, опа, я непобедим. Есть решение проблемы. Надо свалки все убрать и такой указ издать. Мусор весь сортировать и в переработку слать. Да, почище на улице стало. Да, и я мусорить перестала. А я на улице кран открою, пусть вода льется и всю грязь отмоет. Пусть льется день и пусть льется два. Со временем все отмывает вода. У нас во дворце и посуду так моют. Нагрузит посуду и воду откроют. Пусть она льется, какая беда. Не газировка же, просто вода. Вот и воды уже мало осталось. Все океаны моря подобрались. Скоро на них нити суша настанет. На планете хаос настанет. Плачевная картина. Сколько воды пролито мимо. Ведь ее беречь нам надо. Ведь без воды не сможем жить. Ни я, ни ты, ни деревце, ни колосок, ни птица, ни лесной зверек. И такой указ издам. Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан. Я вчера роман писала о принце и драконе злом. Все тетрадки измарала. Сейчас в контейнер отнесем. Да, у меня скопились книжки старые. И у меня мои записки. Все выбросим, не думая. Чтобы сготовить книгу, тетрадь, много бумаги нужно взять. Спилить деревья, страдает лес. Но для спасения выход есть. Нужно макулатуру сдавать. Старые книжки, альбомы, тетрадь. На переработку это сдаем. И таким образом лес мы спасем. Так зачем же вам эти бумажки сдавать? Давай их мне, я хочу подрастать. А ты из ненужной своей чеши наряд себе сделай и франтом ходи. Так что ж, вы смеетесь вы все надо мной? А ты не сердись, послушай, постой. На заводе из пластика сделают одежду, что ты и не ведаешь. Иди и сдавай все подряд, на новый покажешь наряд.